Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас ко мне человек приехал, корефан, за сеном. Сейчас будем грузить. Трактор заглушил. Долго не ехал. Но сейчас буксира будем заводить. Посмотрим, как заведется. Снежок. Все увидите, посмотрите. Thank you.
пытаюсь попасть в отверстие, когда складывал. Там осталось отверстие центрального крюка. А так сбоку проколоть нереально. Вот отверстие, сюда еще можно проколоть. А если в это место, то вообще проколоть невозможно. Рулон и плотный, да еще дождь прошел, вообще не проколоть. Вроде такового. В общем, началось понемножку сено расходиться. Что до зимы еще далеко, еще ноябрь месяц. Кому интересно, заходите на канал Баженеты. У меня есть множество и других видеороликов на совершенно разные темы. Кладоискательство, хобби, коллекционирование, рыбалка, автомобильные темы. Заходите, подпишитесь на канал Баженеты. Понравилось? Поставьте лайк. Не понравилось? Не ваше. Поставьте дизлайк. До свидания. Что видно?